Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует канал «Доктор Желчь» и я, его автор, профессор, доктор медицинских наук Виктор Владимирович Картавенко. Сегодня мы вам расскажем о том, как избежать образования камней в желчном пузыре и что делать, если все-таки они появились. Что хочу я вам сказать? Я хочу вам сказать о том, что средства современной медицинской диагностики не позволяют нам на ранних этапах выявлять те процессы, которые приводят у нас к образованию желчно-каменной болезни, желчных камней. Или что криодиагностика, на наш взгляд, является тем достоверным, тем показательным методом диагностики, который позволяет выявить очень ранние признаки формирования желчно-каменной болезни, желчных камней в желчном пузыре. Вот на экранчике вы видите пример гиперфункции желчного пузыря, который, в общем-то, через некоторое время, если не заниматься купированием такого состояния, приведет к застою, в результате которого у нас формируется, появятся камни в желчном пузыре. И если с камнями неправильно себя вести, то разовьется желчно-каменная болезнь. Другой пример состояния желчного пузыря – это гипофункция желчного пузыря. Видите, он такой зеленого, лягушечного цвета. Значит, и именно иридодиагностика позволяет по такой характеристике желчного пузыря судить нам о гипофункции желчного пузыря. В состоянии гипофункции, то есть сниженной функции желчного пузыря, тоже происходит формирование желчных камней и желчно-каменной болезни в дальнейшем. Что мы в этом случае должны делать? В этом случае мы должны прибегать или к формату скорой помощи, или к формату скорой помощи. А мы вам уже говорили о формате скорой помощи. Значит, вы его можете найти на нашем ролике «Секретная точка Чингисхана». И в случае застоя желчи вы можете использовать точку Чингисхана. Школа безопасного здоровья. Значит, очень тесно работаем с нашими клиентами и с теми, которые, к сожалению, уже страдают желчно-каменной болезнью. И я хочу вам сказать, что на следующем нашем ролике вы увидите информацию о том, как люди замечательно справляются с наличием желчных камней в своем пузыре, так сказать, абсолютно не страдая при этом, и ведут нормальный здоровый образ жизни. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Ждем от вас вопросов, ждем от вас кликов, ждем от вас лайков. Ну, одним словом, вы знаете, как себя вести в интернет-пространстве. До свидания. С вами был профессор Картавенко на своем знаменитом канале «Доктор Желчь».